Очень необычный и невероятно вкусный пирог, который величают финским. Тесто готовится на основе творога и миндаля, начинка, ягоды свежей черники, выпечка украсит любой праздничный стол, рекомендую. Приготовим финский черничный пирог в домашних условиях. Для теста соедините творог, муку, масло, миндаль и яйцо, раскатайте и распределите тесто в форму для выпечки, поставьте ее в морозилку на 20 минут, для заливки смешайте сметану, сахар, ванильный сахар и желтки, вливаем заливку на корж, а сверху кладем чернику, выпекаем пирог в духовке примерно 1 час или пока начинка не загустеет, удачи! Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Приготовим тесто, соедините в глубокой миске миндаль, муку, творог, размягченное масло и щепотку соли, порубите все в крошку и добавьте яйцо, замесите тесто. Тесто получается нежным и плотным. Присыпьте стол мукой и раскатайте тесто, выложите тесто в форму, сделайте бортики и несколько проколов вилкой, поставьте форму с тестом в морозилку на 20 минут. В глубокой миске соедините желтки, ванильный сахар, простой сахар и сметану. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Тщательно перемешайте массу венчиком, не взбивая. Вливаем массу на корж. Сверху распределяем чернику, выпекаем пирог в духовке 1 час, температура 180 градусов. Приятного аппетита! Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Такие продукты будут нужны. Мука, 125 грамм. Миндаль молотый, 50 грамм. Масло сливочное, 100 грамм. Творог, 100 грамм. Соль, 1 щепотка. Сметана, 200 грамм. Сахар, 75 грамм. Ванильный сахар, 1 штука, пакетик. Желтки яичные, 3 штуки. Яйцо, 1 штука. Черника, 200 грамм. Количество порций, 7-8. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Всем приятного аппетита, жду вас снова.